Газовики оштрафованы. Закончились последние судебные рассмотрения в деле «Газпром-добыча Оренбург». Напомним, около года назад антимонопольная служба установила, что Оренбургский гелиевый завод является единственным производителем гелия газообразной марки «Б» в России. Любые проблемы на их производстве моментально вызывают дефицит в стране. Как раз за созданный дефицит предприятию «Газпром-добыча Оренбург» и пришлось поплатиться. По решению суда газовики заплатили штраф в 12 миллионов рублей. Эта история началась около года назад. Именно в то время предприятие «Газпром-добыча Оренбург» нарушило антимонопольное законодательство, сообщается на сайте Оренбургского УФАСа. В ведомстве отмечают, оренбургские газовики, которые являются единственными производителями газообразного гелия в стране, а значит являются монополистами в этой сфере, внезапно перестали производить этот самый гелий марки «Б». Кроме этого, газовики неоднократно и необоснованно увеличивали цены на свой товар, сообщают в УФАСе. Так вести себя монополисты не должны. Это явное нарушение закона о защите конкуренции. Федеральный арбитраж. Арбитражный суд Уральского округа признал ООО «Газпром-добыча Оренбург» виновным. Компания выплатила штраф порядка 12 миллионов рублей. Газовики охарактеризовали ситуацию так. Это рядовой случай в деятельности хозяйствующих субъектов Российской Федерации. Сомнений нет, что для такого гиганта промышленности, как «Газпром-добыча Оренбург», 12 миллионов суммы действительно несущественные. Газовики также пояснили, что дефицит на газообразный гелий случился из-за ремонтных работ на линии. Кроме этого, представитель «Газпром-добыча Оренбург» сообщил, что компания оплатила штраф, даже не дожидаясь последнего судебного решения. Федеральная антимонопольная служба вынесла постановление о наложении штрафа на наше предприятие в размере почти 12 миллионов рублей. «Газпром-добыча Оренбург» не согласилась с этим постановлением и обратилась в судебные инстанции. Когда проверяют вот эти трубы, по которым идет в том числе газообразный гелий, они были утончены, требовалась замена труб, ремонтные работы. Как раз там в течение 2 месяца эти ремонтные работы шли. Была остановлена подача газообразного гелия. Однако доводы о том, что газообразный гелий не поставлялся из-за ремонтных работ, судом учтены не были. И в феврале 2014 года штраф был уплачен.